Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис, и вместе со мной сегодня работает оператор Александр Худяков. Пермяк Руслан Габдуллин заехал на бензоколонку машинку заправить, и бац, неожиданный персонаж. Что лисичка потеряла, неизвестно, но вот она, рыженькая симпатяга, гуляет. Улица Можайская, 18, первый подъезд. Даже здесь, на улице, характерный канализационный запах сшибает с ног. Но мы все-таки зажмем нос и зайдем внутрь, посмотрим. И действительно, характерный запах усиливается. Вот его источник. Это подвал. Слышите, журчит? И это не родниковая водичка течет, канализация. Течет давно, как рассказали нам жители дома. Куда они только не обращались, а течет. Маленько подлатают, вызовем, вроде бы прочистят. Вот понастроили, понаделали, что к чему. Сейчас засоряется постоянно. А это очень давно течет так вода. Течет, она не первый год течет, понимаете? Это годами так. И еще немного поговорим о неприятных запахах на кислотных дачах. Эта трансформаторная будка относится к дому 16 по улице Бушмакина, а ровненько напротив нее раньше была контейнерная площадка для мусора. Ее ликвидировали. Вот, пожалуйста, результат. Мы были здесь уже несколько раз, и всякий раз мы снимали маленький филиал большой пермской городской свалки. Причем мы говорили об этом в начале лета, когда было холодно. Степлеет и дышать будет нечем. Тепло и дышать здесь действительно нечем. Крысам раздолье, людям печаль. Это крылечко находится между 3-м и 4-м подъездами дома номер 11 по улице Можайская. Вот в чем здесь проблема. Смотрите, помещение заброшено, и вход в подвал разбит и разломан. Никакого ограждения, а там, поверьте, достаточно глубоко, около 2 метров. Как рассказала нам Наталья, которая частенько гуляет здесь во дворе с 2-летней дочерью, девочка уже игрушки туда роняла, но это только полбеды. Вот здесь вот такая дыра, ребенок у меня туда ронял игрушки, это ерунда. Я ребенка за шкварник ловила, чтобы она у меня туда не улетела. Самая большая проблема вот такая вот. А сколько лет ребенку? 2 года. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. Автор самого интересного сообщения получит подарок от нашего партнера мебельного центра «Наша фабрика» на Соликамской, 271А. Вот этот вот симпатичный стул. Наша фабрика, как всегда, радует пермяков низкими ценами, а сейчас и скидками на стенки. Это красивый и удобный элемент интерьера. Отлично подойдет для любой квартиры. Приезжайте за своей мебелью на Соликамскую, 271А. На этом Игорь Гиндис и Александр Худяков заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете. Обязательно заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Встречайте завтра Анну Водоватову. А на сегодня это все. Спасибо. Удачи. Пока.